Ну, прикинь, это Радика забрали. Да? Да, сегодня уезжает. Ну, в учебку пока. Потом сказал, через 2 недели на Украину отправят тоже. Тут новости плохие. А? Вот, я как-то отхохлы говорю, наступление готовят. Думаю, И кто вы? если успеет, А вы... если успеет. Но здесь нету все хана. То есть вы сейчас этот обступаете уже прямо сейчас, это Нет, уходите? сейчас, ну вот, пока мы единственные остались, кто тут остался. А что вы не уходите? Ну, команды нету. Капец. Когда должны уйти? На день-два. А сколько человек у вас? Человек 100-150. Это из всего батальона, что ли? Да. Остальные. Либо 200 или 300. Ну, командир, у вас что, бестолково, что ли, что? Я говорю, вся армия такая. Ну ладно, давай, живой. Но то будет, не знаю, тут вообще жопа полнейшая.